Так, мы приехали в Цинст. И вот это вот самый конец географии. Конец пешеходной зоны. Как на суше, так и на воде. Вот здесь стоит такой заборчик. И что там написано? Betreten verboten. Вот так вот. Проехали 15 километров сюда с прерыва. В прерыве оставили машину. Вот так выглядят дикие пляжи дальше, да? То есть вот эти пляжи... Они там... даже не пляжи, а их туда уже нельзя. Ну, вот так бы выглядело, если бы вот это побережье, да. Устраивало. Побережье просто было телескоп. Вот так. И вот там уже где-то заканчивается вообще земля. Я думала, честно сказать, что можно прям до конца. Ага. А вот там дальше, вон виднеется, я не знаю, на камеру, наверное, это не видно. Ледок. Вон там, это Хидензе остров. Вот так вот. И здесь такая галька. Вода прозрачная-прозрачная и теплая. Мы без купальника. Я предлагаю на ФК пляж поехать, на нудистский, там покупаться без. Ничего. Мы, кстати, еще не... Я все сниму.